Rockstar Games наконец-то сделала шаг, которого ждали многие поклонники, что, безусловно, станет важным изменением. Эта система направлена на решение одной из главных проблем игроков на ПК – читерство. С момента выхода GTA Online игроки испытывали множество неприятностей из-за хакеров. Внедрение BattleEye известно своей эффективностью и активным мониторингом нарушений. Должно значительно улучшить ситуацию. В то время как консольные игроки в основном были зачищены от читеров, ПК-версия страдала от различных банов невинных игроков. Теперь, чтобы играть в GTA Online, пользователи ПК должны загрузить патч размером около 1 гигабайта и установить BattleEye. Установка проста и проходит один раз, после чего система будет автоматически запускаться при каждом старте игры. Это нововведение может означать, что Rockstar стремится поддерживать GTA Online как долгосрочную платформу, особенно на фоне подготовки к выходу GTA 6. Хотя BattleEye обеспечит защиту от читеров, пользователи, желающие играть с модами в одиночном режиме, могут отключить систему. Однако это также означает, что доступ к онлайн-игре будет закрыт. Это обновление может стать переломным моментом для игроков, которые избегали GTA Online из-за читерства. Если система будет работать эффективно, мы можем увидеть значительное снижение проблем с мошенниками, что поможет вернуть доверие игроков к игре. Как вы относитесь к этому нововведению? Делитесь своим мнением. И пока мы все ожидаем GTA 6, мы можем вернуться в GTA Online с новым вздохом, с новым порывом и скоротать деньки в надежде, что GTA 6 выйдет как можно скорее.